Глава Химок Дмитрий Волошин совместно с прокурором города Денисом Андреевым провели прием граждан. С просьбой решить проблему утренней пробки во дворе обратился житель дома на улице 9 мая. Он рассказал, что с запуском Репинской развязки в их дворе перекрыли сквозной проезд. И теперь автолюбители подъезжать к домам и выезжать со двора могут только через один путь. Раньше, до постройки, вот здесь была дорога у нас. Они здесь въезжали, здесь выезжали. Сейчас, получается, у нас он же въезд, он же выезд. Здесь постоянно утренний коллапс. Глава Химок дал команду изучить проблему проезда в этом квартале и рассмотреть возможные варианты решения вопроса. Этот вопрос вынесем, разберем там с полицией, ГИБДД, прокурором. Вот если комиссия примет решение, что это нужно сделать, или если есть возможность для того, чтобы людям облегчить сейчас историю с заездом и убрать пробку с утра, значит, ну, соответственно, прошу поддержать. Такие приемы граждан глава городского округа проводит два раза в месяц. Информацию о порядке записи на прием можно получить по телефону, указанному на экране.